Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня речь пойдет о первой в истории человечества попытке глобального сортинга. Ну, такого еще поверхностного, убогого, без знания сути и целей. Хотя некоторые чисто общечеловеческие цели были достаточно хорошо обозначены. Глобальный сортинг начался с попытки глобального сортинга. Началась с того, что в 60-е годы 19-го столетия появились кое-какие признаки медицины. То есть такой, ну, охватывающий большие части населения. И когда начались первые признаки этих явлений, то есть, ну, хоть какая-то убогая медицина стала более-менее доступна, и под ней появилась научная основа, возник спрос на то, чтобы понимать ситуацию медицинскую в каждой стране. Ну, естественно, там, где страны более развиты, это в первую очередь Великобритания, это тоже надо отдавать отчет. Значит, там появился как раз первая заинтересованность. А как у нас с населением? А как его с платежеспособностью? Потому что понятно, что здоровые, сильные люди, они могут, во-первых, трудиться и приносить прибыль капиталистам, а во-вторых, они, так сказать, могут и терять здоровье во время своих бесконечных опытов на заводах и производствах, которые тогда интенсивно развивались. Именно поэтому в Англии появился такой человек, достаточно известный, интересный, Фрэнсис Гальтон. Все началось с того, что, естественно, Гальтон, точно так же, как и меня 40 лет назад, заинтересовал вопрос насчет наследственности. Я не увлекался генетиком, а вот Гальтон увлекался. И он попытался, проследив там 180 семейств выдающихся англосаксов, наиболее талантливых, одаренных, то есть гениев и талантов, он попытался найти закономерность. И поэтому первая его книжка 1865 года называлась «О наследственности таланта и гения». Ну, понятно. Но дальше дело пошло еще лучше. Он «Естественную наследственность», такую книжку выпустил, еще несколько, в которых подвел некий итог. Ну, он, конечно, не решил в силу недоразвитости английской науки 19 века эту проблему, я имею в виду передачи по наследству талантов и гениев. Но зато он пришел к некоторым очень интересным выводам, что раз это никак не передается, надо как-то это контролировать. И надо что-то предпринимать, поскольку первые же медицинские обследования в Германии, Франции, Англии показали, что количество врожденных заболеваний гигантское количество. Инцест процветает. Душевные болезни – это просто везде и всюду. То есть здоровье населения находилось на таком низком уровне, что надо было что-то делать. Ну, просто уже был беспредел. И вот для борьбы с беспределом Гальтон, собственно, придумал очень интересную вещь. Он сначала в 1901 году перед антропологическим обществом, которое, собственно говоря, было одним из застрельщиков социологических наук в Великобритании, он выступил и предложил развивать это направление. А вот уже в 1904 году он уже непосредственно назвал свой доклад Лондонскому социологическому обществу «Евгеника, ее определение и задачи». Вот у нас в стране шепелявые картавчики очень часто возмущаются этим всем. Неправда. В ней, в этой генетике, Евгенике, как генетическом зародыше медицинских наук, были совсем другие проблемы поднимались. Я просто специально поднял его выступление за 1904 год и вам зачту. Что же хотелось Фрэнсису Гальтону, основателю этого направления в науке? Он говорил: распространение сведений об уже известных законах наследственности и способствование дальнейшему их исследованию. Это программа евгеническая, которую он предложил
на лондонском обществе. Второе – изучение рождаемости в разных социальных слоях у древних и у современных народов. Где тут расизм? Где тут безобразие? И третье – собирание доступных данных, из которых можно было бы заключить, с какой частотой рождаются выдающиеся члены семьи. Еще лучше. Четвертый пункт – исследование факторов, влияющих на брак. А не этим ли занимаются сегодня специальные бюро по всей стране? Пятое – постоянная пропаганда важного для народа значения для евгеники. То есть речь идет о факторах риска. Не этим же занимаются санитарные эпидемиологические станции. То есть вот это, собственно, суть заботы для того, чтобы добиться снижения врожденных патологий, внутрисемейных браков и прочих безобразий. Значит, ну, более того, Гальтон, он уже был пожилым человеком, он собственные деньги потратил на это мероприятие. Он создал общество евгенических исследований на свои деньги, профинансировал его как следует. Более того, он вложил массу денег в создание специальной кафедры в Лондоне. Более того, еще при жизни его было создано евгеническое английское общество известное и начат выпуск журнала «Ревью», «Евгеник Ревью». Ну, все понятно. Ну, вот, то есть, причем возглавил это общество, что особенно интересно. И журнал заодно, а потом международное общество. Сын Дарвина. Ну, так, для справки, для тех, кому интересно. При этом в США все это началось несколько раньше. Уже в 1880 году под воздействием ранних книг Гальтона был создан евгенический такой зародыш в виде генетического почти института, институт наследственности. А потом бюро генеалогических данных. То есть люди озаботились, почему рождаются уроды, почему не рождаются гении и прочее. То есть все очень серьезно и очень полезно для человечества. Ну и на основании этого всего было организовано несколько евгенических кафедр в США, а после создания общества началось очень активное сохранение евгеники как международной международного направления научных исследований. Значит, ну, естественно, как всегда, в это влезли хозяйственные немцы. Они умудрились первый международный конгресс расовой гигиены провести в 12 году, то есть и в 11 году. А через год только появилась первая международная конференция, которая, собственно говоря, и собрала гигантское количество делегатов. 700 человек собралось из разных стран. Был потом второй в Нью-Йорке евгенический конгресс, в Брюсселе международное сочетание. Каждые два года собирались. Но вот основным центром интеграции этих сведений о народонаселении, о уродствах врожденных была Международная евгеническая комиссия. Это абсолютно то же самое, что сегодняшний ВОЗ. С теми же задачами, с теми же проблемами, с теми же методами исследований. И в комиссии стояли 22 страны. И собирались, говорю, там, ну, с 13 по 24 год, 5 раз, уж о чем говорить. Ну, и председателем был все тот же сын Дарвина, а с нашей стороны был Николай Константинович Кольцов, выдающийся экспериментальный зоолог, основатель кафедры, которая потом расползлась на 5 кафедр Московского университета, директор института, и прочее, прочее, прочее. Он был председателем и русского евгенического общества, и, самое главное, редактором русского евгенического журнала, где публиковались отчеты о, на самом деле, медицинском состоянии, генетических аспектах развития населения России. Ну, вот, то есть, таким образом, международное сообщество, оно практически предшествовало созданию ВОЗа. Но все, говорю, испортили немцы. Они еще в 5-м году сразу же создали общество расовой гигиены. Гигиенисты. Немцы, как положено им, со всех их, значит, задором и тупостью, как это всегда бывает в Германии, тут же начали разбираться. А зачем нам кормить? Они хозяйственные. Зачем нам кормить жизненно малоценных граждан? То есть кого? Тот, у кого душевнобольные, парализованные, дети идиотов и прочее, прочее. Но, естественно, это они стали активно обсуждать достаточно. Мельцер такой был, книжка, по-моему, в 25-м или 24-м году она вышла, где он просто эти вопросы все рассматривает.
И вся немецкая Евгеника, вместо того, чтобы собирать мало-мальски разумную статистику, регулировать, просвещать население, стала обсуждать, а давайте-ка их будем усыплять, умертвлять. А потом, ладно, не будем, давайте будем стерилизовать. Ну, естественно, от этого очень было легко перейти непосредственно уже к тому, что мы знаем про Евгенику. Никакого отношения международная Евгеника к этому самому жуткому фашизму не имела. А вот то, что уничтожили международную систему и потом ее попытались восстановить в виде Всемирной организации здравоохранения, посмотрите на задачи ВОЗа и посмотрите на задачи еще Гальтоновского доклада. Это одно и то же. То есть задачи те же самые. Только методы у ВОЗа оказались, скажем, более онемеченные. Почему? Да потому что под эгидой ВОЗ, как вы знаете, западные любители стерилизации это устраивали в Западной Африке. ВОЗ поддерживал все эти аттракционы с недавнешним ковидом. Это очень беспокоит. Если вы посмотрите на международную классификацию болезней МКБ-10, МКБ-11, там вообще любовь – это тяжелая патология. А вот пидорасии нет. Можно спокойно, увлекательно экспериментировать с гермафродитными попытками размножения, но они пока неудачные, это понятно. Ну, наверное, когда-нибудь они добьются результата, но тем не менее. Это уже не болезнь по МКБ-10. То есть что? ВОЗ, будучи, так сказать, идеологической преемники евгенического общества, воспринял в основном не международные гуманистические аспекты, о которых мечтал Гальтон. Нет. Они постепенно, и чем дальше, тем больше, скатываются именно в немецкую расовую гигиену и политизированную медицину. Очень печальная история. Поэтому люди, увлекающиеся этим вопросом, интересующиеся, почитайте первоисточники, почитайте первые результаты первого и второго конгресса международных, которые проходили в Европе и в Америке. Ознакомьтесь с этим. Не поддавайтесь на внушение вот этих вот популяризаторов, которые, к сожалению, очень часто фальсифицируют историческую правду и вместо того, чтобы рассказать, как было дело, рассказывают так, как им выгодно или как им приятно. Да, я понимаю их беспокойство, но ничего не сделаешь. Эволюция человечества продолжается, и мы обязаны следить за состоянием наших этнических групп, препятствовать развитию заболеваний, профилактировать внутренние браки и прочее, прочее, прочее. Без налаженной единой системы это делать очень сложно. Поэтому надеюсь, что ВОЗ изменится когда-нибудь к лучшему и начнет заниматься тем, что анонсировано в его программах. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.